Легенда мирового бокса, американский спортсмен Рой Джонс-младший сегодня получил российское гражданство. Соответствующий указ президента опубликован на сайте Кремля. О том, что бывший чемпион мира собирается приехать в Россию, стало известно в августе. Тогда Рой Джонс приехал в Крым, где провел ряд спортивных мероприятий и встретился с Владимиром Путиным. Рой Джонс сообщил президенту, что хочет связать свою дальнейшую жизнь с нашей страной, а 20 августа уже подал официальное заявление. Как рассказывает менеджер Рой Джонса, в его планах создать в России сеть академий бокса. Сам он уже начал изучать русский язык.